Макс только был готов, мы с Микой его переворачивали на другую сторону. Уже готовы лавочки. Я как армянин горую, что у меня есть такой хороший народ и такое хорошее блюдо, как лаваш. Я очень горжусь, что наш народ умеет готовить это божественное блюдо. Лаваш, сам Бог его взял и сказал, это мое дело. А еще вино – это его кровь. Из-за этого лаваш стал волшебным. Лаваш тоже, что это тело Иисуса, что это святой, хлеб это святое. Я даже вспомню, как мне мама все время давала такие маленькие плюшки священные из церкви. И мама сказала, аккуратно ешь, не дай бог, хоть одна крошка высыпется. Я вот так вот взял, оп, и там ел, вот так, не вот так, а во рту, чтобы боялся. А еще в церкви после службы всегда дают священный благословленный лаваш. Мы всегда идем, бабушка салфетку заворачивает, а я просто на руку около, на руку и ем. Лаваш получился изумительный из-за того, что было еще добавок участников, которые тоже помогали делать лаваш. Потому что лаваш был с нашей душой и в нашем сердце. Потому что всегда, когда ты готовишь что-то сам, оно получается для тебя очень вкусным.